Погода в нынешнем году преподносит нам любопытные сюрпризы. Времена года не похожи сами на себя. Холодное лето сменилось теплой осенью, а к началу привычной нам зимы вдруг случилось бабье лето, какого в ноябре не было за всю историю метеонаблюдений. Ну, о погоде мы расскажем чуть позже, а сначала заглянем в один из детских садов. Там, как и во всех других дошкольных учреждениях муниципалитета, в эти дни проходят праздники прощания с осенью, традиционно, несмотря на аномалии погоды. Прощание с осенью – это и грустные песни, и веселые танцевальные композиции, а здесь, в детском саду номер 9 «Солнышко», даже музыкальную сказку поставили. Репка. Классика жанра, так сказать. Похоже, детский сад – это место и время, где и когда рождаются таланты.